Раз. Всем привет! Продолжаем гулять по Васильевскому острову. Выставочный комплекс «Эрарта». Выставка здесь очередная популярного фотографа, режиссера Жан-Мари Перье. Родился в 1940 году, но, в общем, уже не молодой. Мать актриса Жаклин Парель, официальный отец актер Франсуа Перье. Ну, а биологически певец Анри Сальвадор. Вот так вот, говорится о нем в анонсе. Вот как он рассказывает о своем творчестве. Мы развлекались и наслаждались жизнью. Все было несерьезно, все. Сегодня это утеряно. Мы были послевоенным поколением, которое отвергало образ жизни, приготовленный для нас родителями. Родители прошли через войну и хотели стабильности, рациональности. А мы хотели жить, как герои голливудских фильмов. Ну вот так он говорит себе. Что же про его работу, немножко пару слов. Представлено более 50 работ автора. Он работал в популярном французском журнале «Салют», посвященном музыкальной молодежной культуре 60-х годов. Ну и тогда, в общем, в то как раз время прошла его легендарная съемка «Битлз» и «Роллинг Стоунс». В 60-х годах Перье неоднократно встречался и фотографировал «Битлз», создал несколько обложек для альбомов группы. Ну и, конечно, среди них знаменитая фотография, которую украсила сингл «Пенни Лейн». Помните? «Пенни Лейн, пара-пара-пара-пу-пара-бум-бум, па-пара-пуру-пуру-пуру-бам». Ну так, это отступление. Знаковым циклом работ на выставке это серия «Мир дизайнеров моды». Сен-Лоран, Жан-Поль Готье, Гальяна, Винин Вествуд, Кензо. Ну, собственно говоря, он всех их знал и снимал. Все фотографии, конечно, постановочные. Он знал их, очень много снимал мировых звезд. Это Катрин Денев, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Бенисио Дель Торо, Софи Лорен, несравненная моя любимая Моника Беллуччи, Натали Портман. Кстати, он снимал и ряд документальных и телевизионных передач. Ну так вот, просто читая анонс. Выставлялись в различных музеях, галереях по всему миру. США, Музей изобразительных искусств Сан-Франциско, Музей Портленда, Бруклинский музей, Германия, Бельгия, Великобритания. Ну что еще сказать, надо смотреть его фотографии, это действительно красивые фотографии. Кстати, он снимал еще рекламные ролики жвачки, Coca-Cola, Ford, Nestle, Camel, Big, Bossim. И, кстати, три клипа снял, направленные на борьбу с наркотиками. Ну вот, собственно говоря, и все. Кто хочет, посмотрит. Кто не хочет, ну не посмотрит, не посмотрит. Фотографии действительно интересные, знаменитости. Я с удовольствием посетил эту выставку. Прошелся, посмотрел. Действительно, 60-е, Rolling Stone, Beatles. Да не только 60-е, современные тоже. Ну, собственно говоря, вот и все, что я хотел вам показать о выставке Жан-Мари Перье, которая проходила, по-моему, уже закончилась в Эрарте. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего.